Кто еще не погадил, а? Кто не погадил? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Зоокозис, как угодно называйте. Мы будем спасать животных от страшных мутаций, от страшных мутантов и от своей некомпетентности, конечно же. Что ж, новая игра плюс начинается в таком случае. Ага, все, мы прошли обучение, наш док уезжает, мы остаемся одни. И там жена. Давайте. Пол, ты вошел сюда, бог знает сколько времени назад. Ты не отвечаешь на звонки, я волнуюсь. Давайте не будем ей отвечать. Все сделаем по-другому в этот раз. Окей. А как нам нужно было помочь? А, не звонить нашей жене, а позвонить в полицию, да. Хорошо, в следующий раз попробуем также. Мы спасем журналистку и позвоним в полицию. Наша задача сейчас проверить вольер следующий. Следующий вольер — это чей вольер? Тележка не подключена. Да бэ. Короче, давайте vegetables. Побольше vegetables. Штучки две. Три. 4. У нас для зебр. Мы сразу к зебрам поедем. Нужно совсем немного. Вообще чуть-чуть. Есть еще мясо. На всякий случай, может, мясо, да, положим. Положим мясо, я думаю. Зебра. Погнали к зебре. Поезд направляется на текущую станцию. Зебра стейшн. Мы тут. Хорошо, давайте сделаем ей зебре нашей. А, значит, зебра. Есть 6. Нужно всего лишь... килограмм зелени. Давайте резать. У нас 6. Получается, это где-то... Ну, будем считать, что это вот столько. А если перекормить зебру, что будет? Ну, тут просто половину резанем. Принять! Еда готова! Отлично, зебра будет довольна. Там я вижу, какая-то комнатка есть. Это побыстрее. Телефон? Открывай, блин. Алло? Ночной смотритель зоопарка Пол Коннелли. О, господи, наконец-то. Пожалуйста, только не бросайте трубку. А, это все то же самое. Я пытаюсь дозвониться до своего мужа. Он научный сотрудник, Кларенс Джей Саммерс. Обычно его называют Си-Джей. Простите, мэм, я здесь один. Проверьте, прошу вас, он должен быть в лаборатории. А здесь есть лаборатория? Я поняла, вы новенький. Тогда последняя просьба. Загляните в его шкафчик в раздевалке. Мэм, это как-то неправильно. Пол, умоляю вас, Си-Джей должен регулярно принимать лекарства. Я просто хочу убедиться, что они у него с собой. Просто откройте шкафчик и все, я перезвоню. Так, и мы же еще можем не лезть в его шкафчик, правильно? Еще мы вот эту фигню все собираем. Так, а это что такое? Новая заметка добавлена. Слизь. А, про слизь-то мы уже знаем. Вы что? Чем это не пытается меня удивить? Хорошо, Майк. Майк Майерсон. Меня что-то тянет к мутанту. Черт, какого хрена? Я хочу идти на его крик. Мне будто нужно быть там. В каком смысле тебя тянет к мутанту? Вот что ты в ведро пытаешься взяться все. Окей. Ну что, сколько там зебр тусит? Штуки 4, наверное. Добро пожаловать в вольер зеб... Да, пиксель инки тукс из плотч. Открыть вольер. Ща как перекормим вас овощами. Привет! Оу-оу-оу! Осторожней. Дайте пройти, пожалуйста. Дайте пройти. Дайте. Отлично. Надеюсь, вам понравится. Кушайте. Кушайте.
Их всего две, кстати говоря. А где остальные? Ага, вон они. Если они делают секретные эксперименты над животными, зачем они выставляют их вот здесь, вот на улице? Чтобы привлекать внимание к зоопарку только. Очень странная техника у них и тактика. Кто-то там жестко поблевывает, кажется. Потому что я их плохо накормил. В этом вся проблема. Да куда ты? Давай, пиксель. Окей, мы всех замерили. Потом, давайте всех послушаем. Я не понимаю, вот эти значения, они хорошо, плохо. Мы узнаем это только потом. Вот если бы я сразу понимал... Чё я за ними бегаю? Надо стоять, ждать. Не обнаружено. Зебра не обнаружена. Привет, инки. Нет, я здесь замерено. Вот, стоп. Не бойся. Есть! Ой, боже мой, неприятный звук. Еще тебя нужно, пиксель, замерить. Есть! Ага, теперь нужно собрать говна. И я так подозреваю, что из-за того, что я плохо сделал им еду, они просто поблевали, они насрали. Их нужно перекормить. Все, больше не портачим с едой. Я просто думал, мало ли там будет какой-нибудь прикол. Ну, типа как гремлины, может, не корми гремлина, не перекармливай его. И тогда он превращается в стрёмного гремлина. Ладно, давайте попробуем еще раз готовить. Резать зелень. Нужен килограмм всего лишь. Там 4,8. Типа вот так. Идеально! Вот это я про. Так, подожди, 3,5 нужно. Ну, типа чуть меньше. Вот это вот так. Идеально. И почти что идеально. Принять. Вот от этой еды они не посмеют блевать. Они ведь будут есть еще раз? Так, ну я уж точно им наваляю. Скорее. Блин, надо было сразу взять шприц. Где он? Так, и сразу вот это. О, быстрей. Нет. Найн. Ладно. Хотя бы говно соберу. Спасибо. Прям на кусты. Ты кусты обосрала. Зачем ты так сделала? То еще не погадила, а? О, не погадил. Привет, сплоч. Можно? Подкрадусь к тебе. А, вон хавает. Вот сейчас будет хавать и как раз таки сходит в туалет. Блюет. А кто это? Пиксель. Возможно, проблема в пикселе. Температура, кстати говоря, у него в порядке. И этот тоже блюет. Такс. У него и звук не очень приятный, и шрамы повсюду. Привет. Можно? Это желтая зебра. Как будто тигр. Стой. Воткнул, ага! Все, не убежишь. Я тебя осалил. Опа. Стоп, говнишка-то лежит. Я всех собрал, абсолютно. Слушай, они что-то жестко блюют, конечно. Непонятно. У кого я взял, у кого не взял. Инки, значит, это был. Сплоч, стой. Стой, сплоч. Постой, дружище. Постой. Стой. Есть. Значит, инки, сплоч... Взята кровь, точно. Может, погладить тебя еще? Дай погладим. А, ладно. Пиксель остался. Они не хотят, чтобы я взял у них кровь. Знаете что? Мне нужен транквилизатор. А у меня есть вообще транквилизатор с собой? У меня нету. Стоп. Сплоч 3 анализа крови. И 2 инки. Я брал только у них 2. Остальные не даются. Я сейчас приду, ребят. Погодите. Сейчас нужно 2 транквилизатора сделать.
Да. Да, теперь мы сделаем два транквилизатора. Значит, раз и два. Окей. Итак, заряжаем. Где ты, говно? Ты кто? Такс? Сейчас, сейчас, секунду. Стой. Есть! Сейчас упадет. Не упал. Я ж попал. Я ж, блин, попал. Ты упадешь или как? О, есть. Ну-ка дал. Ну-ка дал. Есть, хорошо работает. Господи, он весь вкоцанный. Все, остался последний друг. Пиксель. Где он? Вон он. Опа. Все, спать, 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 спать. Сейчас он выдохнется. Все, я устал. Я спать. Фух, ладно, все, я больше понимаю, как нужно действовать. Теперь мы не торопимся сдавать кровь. Мы, конечно же, торопимся отсюда свалить. Окей, данные собраны. Смотрим, значит, такс весь... У него абсолютно все. У него чума. Погодите, если чума, то... То просто чума. И все. Примите. Можно ли от чумы вылечить, или нужно будет его грохнуть? Вот, Пестис Релиф. Как раз таки лечит от чумы. Создать. Ну все, такс, мой дружище. Сейчас будет все в порядке. Если только, конечно же, ты не превратишься в мразь. Сейчас превратится, да? Сентидемарадан. Инки и так. Не, стоп, такс, в порядке-то, кстати говоря. Сейчас, сейчас, такс, 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 не убегай, погоди. Вот, ты вылечен, здоров. Радуйся. Ты умрешь здоровым. Хорошо, теперь нужно убить эту зебру. Кстати, погодите, а кто стал? Если такс нормальный. Инки. Ой, мама. Инки. И сплоч. Пиксель! Пиксель! Стоп, у меня есть кровь пикселя? Так, я отправил тебе посылку с самплами, да, спасибо. Нет, 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 нет. Где предметы, блин? Куда делись? Я все знаю, неважно, сколько ампул я взял. Может быть, попробовать транквилизатор сделать? Транквилизатор создать. У меня нету таких штук. Он мне отправил ампулы. Ладно. Сейчас, пока пусть зебры там потусят в вольере, я сгоняю за ампулами. Ампулы, ампулы, где они, черт подери, где ампулы? А... Здесь? Нет? Вот они где! У-у-у, нормально так ампул. Короче, я сейчас хочу попробовать усыпить эту тварь и попробовать взять у нее кровь. Может быть, я смогу вылечить. Значит, оружие. Кровосос. Я только не знаю, сколько транквилизатора нужно этой штуке будет. Давайте попробуем сначала один сделать. Ну, чисто так, на пробу. Тестовый залп. Монстр. О, вот он. Попал. Ой, 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 ой. Куда ты полез? Хорошая новость, я понял, что транквилизатор работает на монстрах. Плохая, я не могу достать до нее. Ладно, попробуем еще разок. Сейчас попробуем сразу выстрелить, когда он встанет. И он сбежит сюда вниз. Но мне так... Ну-ка. Есть! Давай! Ко мне, 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 ко мне. О! Куда ты? Вообще за пределами карты теперь уснул. Стоп, вот он! Извините, я возьму у вас кровь. Надо было сделать про запас еще один транквилизатор. Сплоч подох. Я пытался. Надо два дротика еще сделаем. Будем надеяться, что у меня получится. Главное, чтобы он не заползал туда наверх. Невозможно будет ничего сделать. Или, может быть, усыпить наших друзей, чтобы не мучились. О, сплоч, бедняга. И этот спит там. Что ж, летальная инъекция. Раз, два... И три. Ну что, с добрым утром.
О, сразу пробудился, да? Опа! И давай сразу третий выстрел. Есть! Это за сплочище. И никак мне не извлечь, господи, ну и страшило. Никак не извлечь паразита из жопы этой зебры. Ну давайте, бывайте, ребят. Опа, звонок. А я еще не открывал шкафчик. А, ну там сейчас будет тот же самый диалог, да. Ночной смотритель зоопарка Пол Коннелли. Простите, мэм, я еще не успел ничего посмотреть. Что еще за мэм? А, да так, звонила жена какого-то Си-Джея, искала мужа. Вот сучка. Хотя Си-Джей тоже красавец. Вечно зависает у каких-то баб, а жене врет, что сидит в лабе. А у нас и лабы-то нет. Короче, забей, я чего звоню? В ближайшее время будет поставка мяса, тебе нужно намолоть свежатинки. Yes, sir. Да, сэр. Отлично, позвоню чуть позже. Вот да, да, да. Да, у нас все закрыто. Короче, мы будем сейчас... Давай сейчас уберем. Мы сейчас будем вообще новых животных видеть. Совсем новых, невиданных. Там лоси были, там были, да, целые лоси. Ой. А гориллу нельзя посетить почему-то. Хорошо, пойдемте сначала в хаб, а там, возможно, потом откроется. Да, потом, наверное, откроется. Я сейчас хочу вообще другую концовку получить, попробовать. У нас, когда мы получаем руку того чувака, который дает нам доступ к подвалу, у нас же есть еще одна дверь, которую можно тоже открыть, мне кажется, с помощью его руки. Стоп, давайте сначала откроем тогда. Нужно все те же самые события и все те же самые действия повторить. Так, траля-ля-ля-ля, тили-тили, траливали. Так, отлично. Ага, тестируем экспериментально. Так, траля-ля-ля-ля, мутировать. Препарат находится в ветстанции. Все понятно. Здесь у нас еще есть Си-Джей. А чё? Где? Где новая информация? Ладно, вернись в хаб, активируй рычаг подачи. Все, окей. Ну вот она. А может мне просто бахнуть ее? Ладно, дед, не будем. Hello? Алло, черт. В смысле, ночной смотритель зоопарка Пол Коннелли. Не парься, Пол, это снова я. Как успехи? Нужны какие-то пояснения? Еще как нужны. Я думал, у вас в холодильнике говядина или, не знаю, баранина, а там... Да там долговязая свинка. Понимаешь, Пол, из мамки каждый день расползаются десятки паразитов. Они проникают в наших животных, и те превращаются, как бы это помягче... Ну, скажем, монстров. А вкус у них специфический. Им необходимо мясо. Какого? Что еще за мамка? Да не ссы, мамка надежно заперта. О ней мало что известно, поэтому они ее изучают. Забей. Твоя задача тебе известна, об остальном не парься. Черт. О таком нужно предупреждать заранее. Я на такое не соглашался. Конечно, соглашался. Ты же подписал NDA. Я не раз видел, что бывает с теми, кто нарушает NDA. Советую тебе этого не делать. Так что скажут молоть трупы, перемелешь, скажут убить, убьешь, все понял? Понял. И если вдруг ты захочешь рассказать кому-либо об этих маленьких секретах, это будет прямым нарушением NDA. И придется тебе сполна ощутить последствия своего поступка. А теперь прекрати ныть и иди работать. Так, ну это не сильно отличается от того, что когда я рассказал ему, мол, я жене дал мясо. Ладно, накормить зараженное животное, которое... Я дал тебе доступ к рецептам для зараженных образцов на фабрике кухни. Накорми их. Стоп, погодите, ампулы дали новые? Пожалуйста, дайте... Нет.
Да-да-да, вот она. Мы не можем ее убить. Давайте ее снимем сейчас. Чтобы заполучить ту самую руку. Вот так. Задание провалено. И теперь мы не сможем накормить животных-то, да? Вот в чем проблема-то вся. Да, проверить вольер следующий. Наверное, сейчас к жирафам, может, пойдем. Мы давно их не видели. Надо только пополнить припасы. А где же рецепт для животных, которые мрази? Новый откроется, видимо, если мы снова пройдем игру. Я не знаю. Пойдемте к жирафам. Вот, инфицированные. Овощи, мясо... Готовить. Недостаточно ингредиентов? Почему? Мясо у меня есть. У меня 3 килограмма. Оу. Ладно, тогда мы будем есть... Извините. Кормить обычных жирафов. А того просто убьем, и все. Что у нас там? 3,5 на 6,8? Ну, половиночка. Так, нормально. 1,5. Ну, пусть будет вот так. Слушайте, я прям на глаз шикарно режу, по-моему. Кстати говоря, в сторидж мы заходили или нет? Я не помню. Что-то тут есть интересненькое для нас. Редикс-комплекс добавлен. Это что такое? Необходимо для изготовления дротиков. Ага. Дискета из шкафчика Си-Джея. Я чувствую в себе распирающую силу. Я хочу кричать и рычать. Эта сила свербит во всем моем теле. Она хочет вырваться из меня. Это уже новые дневники, получается. Странные вот эти вот маски, племенное что-то. Что-то древнее. Короче, этого чувака мы еще не видели в предыдущем прохождении. Он появился только с этим прохождением. Опа, здрасте, еще ампулы. Ладно, один из вас, друзья мои, жираф. Самозванец. Я выясню, кто это. Жрите! Чё по температуре у По? Ага, хреново у него по температуре. Ну-ка. Так, По. И Клео. Чёрт! У него тоже все в порядке. А у нас проблема с этим челом. Так, раз фекалий, два фекалий. 3. Они все насрали в одно место. О, умницы. Вот так надо делать. Жирафы самые классные ребята. Они правильно гадят. Тут же еще важно не только следить за тем, там, какие фекалии, какая кровь, но и за самим поведением животного. Потому что они могут идеально имитировать... Особь, которую заразили. Так, сейчас ребята там спят. Мы аккуратненько подойдем и возьмем у них кровь. Он явно больной. Так, может быть, пошумим. Окей. Так, кого мы еще не слушали? Где он? Клео. Есть. Хорошо, я и кровь у всех взял. То есть, по идее, я бы мог сейчас прям сразу каким-то образом определить всех животных. В смысле, не животных, а тех, кто из них является паразитом. Давайте возьмем фонарик. Кстати, да, если у него нет температуры, он весь такой нормальный, но на нем будут белые эти следы, значит, он паразит на самом деле. Конечно, здесь трудно смотреть, он такой высокий. Ладно, ни у кого нет никаких ультрафиолетовых излучений. Звучат все хорошо. По сути, нужно просто взять и температуру ему вылечить. Все, я говно сдал. Теперь надо посмотреть, какие результаты. У кого плохое говнецо? У кого же плохо? У всех идеальное. Ладно, походу и кровь будет тоже у всех нормально. Возможно, жирафы никак не заражены. Ну да, все дело в По. У него только вот эта проблема. Значит, эрлихиоз. Вид бактерий, который заражает лейкоциты и передается через укусы клещей. Эрлихиоз у него, значит. Значит, эрливакс нужен по-любому. Ну чё, пойдемте убивать эти бактерии. Чего? А здесь-то кто был? О, блин. По, ну, с выздоровлением. Где эта мразь? Где эта тварь ползает? Каким образом я мог понять? О-хо-хо-хо-хо.
Вот это урод, вот это урод. Ладно, надо пойти убить его. Я не знаю, как их вылечивать. Меня этому не научили еще. Сейчас, пока он не убил всех жирафов, надо быстренько его замочить. Ой, а что ему заснул? Что я заснул? Эрли Вакс? А чем же тогда выстрелил в него? Поздравлением! Чем я в По выстрелил, если не Эрли Ваксом? Я же сделал одну. Транквилизатор, что ли? Серьезно? Ладно, давайте сделаем транквилизатор один. Сделаем сразу три летальные инъекции. Раз, два, три. И попробуем вот этот. Токсикус фералис. А, это только для паразита, имитирующего чуму. Имитирующего ротовирусные инфекции. Имитирующего ОРВИ. А, погодите. А какой имитировал вот это? Он был полностью здоров. Насколько я помню. Да, Клео был полностью здоров. А есть просто имитирующего здорового животного? Нет, такого нету. Ладно. Хорошо, тогда просто забираем все это нафиг. Это что, транквилизатор? Летальная инъекция. Черт, чем же я выстрелил в По? Неужели реально транквилизатором? Сейчас у нас летальная инъекция, да, все правильно. Эй! Клео! Клео, ты где? Тихо. Не трогай. Не смей трогать. Нет! Нет! Замочил, да? Замочил. Сейчас меня замочит. Вот это мерзкий, вот это стрёмный. Я не успел перезарядиться, кстати говоря. Сейчас поблюю чуток и нормально. Главное, что я спас чувака. Так, заряжаем. Не подходи к нему, идиот! Летальная инъекция. Стреляй. Хорош. Перезаряжаемся. И еще один выстрел. И будет все окей. Есть. Хорошо, теперь заряжаемся для... Все, он умрет, он умрет, он умрет. Эрли Вакс. По, ты где? Это Боу. Это... Придурочный По, идиот. Все, я ставлю Эрли Вакс и будем сейчас стрелять очень аккуратно. Давайте не торопиться. По, 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 по. Поп-поп, жопу получай. Че пишет? Мы подвезли немного свежего мяса. Езжай в хаб и разберись с ним. Хорошо. Нас почему-то пока еще не научили. Ну-ка. Ладно, не научили. Стоп, можно здесь посмотреть. Добавлена новая заметка. Мне необходимо внимательно осматривать тела животных на наличие шрамов. Шрамы говорят о том, что с животным что-то не так. Я понял. На нем были шрамы. И были шрамы еще на По, который был вкоцанный. Я, кажись, врубился. И тогда мы сможем сделать... Я не врубился. А, вот. Начинается блевотня. Хорошо. А я думаю, в этой игре будет типа, как, знаете, 5 ночей с Фредди. Там куча ночей, и ты выживаешь по-разному, что-то выясняешь. Смотрите, вон, девчонка проснулась. А мы можем скип? А, мы можем уже скипать. Окей. И сейчас нам нужно разобраться с мясом. Вот эту гадость. Да, здесь рука есть. Фу. И сейчас попробуем руку использовать там. Блин, не работает, нифига себе. Так, дядя. Вот тебе надо туда. Дофига мяса давайте положим. Я думаю, вот сейчас прилично мясо положил. Теперь давайте, значит, еще вот этого. И можно еще vegetables положить. Нет, нельзя. Тогда пойдемте поможем нашей подруге новой. Выяснить всю правду. Я думаю, в тех воротах, которые мы не смогли открыть, это там будет та свиноматка, о которой говорили, которая паразитов рожает. Так, все окей, у нас есть дискета. Да, мы про это тоже поговорили уже. Ну, что мы делаем? Вот.
О, мой мобильник. Зарядка на один звонок. Черт, мне надо срочно позвонить жене. Не звони, найдем что-нибудь существенное, и можно будет вызвать полицию. Хорошо, давайте не будем. Так, значит, закрыть. Замечательно. Компьютер есть, а данных нет. Вот данные. Дискеты, где ты ее взял? Нашел в одном из шкафчиков. Ну, конечно, здесь пароль. Дерьмо, ты случайно не хакер? И близко нет. Могу угадать пароль, только если знаю того, кто его придумал. Черт, тогда мы в тупике. Что это? Пора подлечить очередного мутанта. Давай все-таки позвоним копам. По крайней мере, они нас отсюда вытащат. И я подумаю. А как мне позвонить? Что ж, видимо, нужно будет очередного монстра сделать сейчас, и тогда будет все окей. Ну, пусть будут... Странно, что гориллам нельзя. Давайте в Алабе. Я уже немного начинаю путаться в этой игре. Что мне надо делать? Куда? Чего? Есть ощущение, что слишком... Я, конечно же, говорил про реиграбельность этой игры, но это такая реиграбельность уже немножко бесит. Потому что... Исход все время один и тот же, и сражения, они такие, ненапряженные. Первое было очень напряженно, а сейчас этого ощущения, к сожалению, нет. Единственное, что мы сейчас можем попробовать сделать, это прям уж взять и угадать, кто же мутант. Итак, что-то кишит под кожей на моих руках, мне очень хреново. Черт, Марта, прости меня, но мне кажется, я отсюда уже не выберусь. Да-да-да, так и будет, чувак. Но ты можешь потом переиграть, если что. Сейчас узнаем, какой в Алабе... является злыднем пришельческим монстром-мутантом. Привет. Пока. Я не нарезал еду им. Макромарибукус валаби. Он хочет вот столько еды. Давайте ему готовить. Где-то примерно вот столько. Немного перевес. Вы отклонились от рецепта 19 из... Значит, блин. Назад. Принять. Все, удалили. Еще раз готовить еду. Итак, мы сначала режем ему зелень. Нужно отрезать один. Это овощи, во-первых. А там 4 и 6. Типа, раз, два, три, четыре, короче. Вот один. Хорошо. Дальше резать. Нужно 2. У нас... Вот столько. Very good. И теперь мясо. Всего лишь 1 килограмм из 6. Будем считать, что вот это 6-я часть. Очень хорошо. 15 отклонения. Принять. Фух. Ладно, это мы нарезали для стрёмных, а теперь для нормальных. Нормальные валаби у нас есть? Внимание, животное останется голодным, если его вырвет. А, стоп, мы уже сделали? Бедро полное, удалите еду перед приготовлением. А, стоп. Как же сложно. Хорошо, гребаные валаби. Пойдемте, сейчас будем вас кормить по-нормальному. Надеюсь. Я не пойду туда, просто зачем этим заниматься? Ни к чему все это. Кормить валаби? Зачем это нужно? Мы просто убьем. Нет, это не то. Я хотел убить. Что у нас там? Транквилизатор. Ну, в целом мы можем посмотреть на монстра в Алабе. Так, значит, летальная инъекция. Раз, два, три. Готово. Мне нравится, что он просто взял и превратился. Я даже не успел ничего поделать. Я хотел покормить его. Стоп, а может быть мы можем покормить его? Пойдемте его покормим. Он сразу подобреет. Так, сейчас, мой друг Валаби, где ты? Смотри, в шоке, они в ужасе. Ничего, я принес вкусняшку. Он не будет есть вас, но будет есть только это теперь. Надеюсь. О, ползает он. Господи, они в ужасе. Так неприятно мне за них. Где урод? Иди кушай, иди кушай. Это усмирит его или что с ним будет? Стоп, задание выполнено. Пенни. Наш враг Пенни.
Задание выполнено какое? Справиться с мутантом. Но Пенни... Мы должны его убить или что мы должны с ним сделать? Давайте исследуем Пенни. Что-то они орут, жестко орут все. Мне не нравится это. Давайте кровь возьмем у Эми. Смотрите, видите? ХП у монстра все еще есть. Ой, совсем неприятно себя ведет. Блин, мне так жалко их всех. Я его погладил, да, просто? А хотел кровь взять. Ну и это тоже хорошо. Стой. Сали. Так мы справились с монстром или как? Вот он наш Пенни бегает, стрёмный. Мы видели, на что ты способен, не притворяйся. Я возьму твою кровь. И сделаю антидот. Смотрите, запрыгал внезапно какое. Все, у Сали, Уолли, Пенни и еще кто-то там был. Эмми, конечно же. Давай сюда свою кровь. Гадили сегодня или что? А никто из них не гадил. Ладно. Нам придется их еще раз покормить. Короче, кровь у нас есть. Можно их просветить и температуру замерить. Пожалуйста, стойте спокойно. Так, ну Сали, 100 пудов, пипец какой жаркий. А Пенни типа такой весь нормальный, ага, конечно. Короче, Уолли, Сали в очень плохом состоянии. Пенни весь как будто бы очень нормальный, но это не так, мы знаем. Хорошо, я всем замерил звук. Надо посмотреть, кстати, как он. Добро пожаловать. Звук не очень хорош у Сали и у Уолли. А Пенни идеален просто. Знаете, что надо сделать? Надо пойти сделать новую еду, заставить их всех пожрать. Но еду для здоровых, конечно же. Погодите. Давайте-ка теперь мы дадим анализ крови. И раз животное не... Уже мы справились, оно уже не голодное. Мы сможем еще раз взять у него кровь. Вы видите, у Пенни прекрасная кровь. У них у всех прекрасная кровь. Так, ладно, с фекалиями надо разобраться. 2 килограмма овощей. Ну, вот так, половиночку. И 1 килограмм... Вот так, наверное, принять. И они это тоже примут. Я не знаю, будут они есть или нет. Ладно, вроде побежали. Господи, эти крики ужасные. Ой, Пенни не кушает. Смотрите на него какое. Ну, не хочет. А, нет, хочет. Хорош. Я собрал все фекалии. Этот крик животных! Я уже не могу, я просто не могу его слышать. Фу, благо я ушел оттуда. Все, мы проанализировали и фекалии в том числе. Теперь мы видим, что у Сали и Уолли, которые крикливые сами, самые крикливые, у них вот проблема какая. С дерьмом, голосом и температурой. Это лихорадка, кашель и мышечные боли. Грипп. Они гриппом заболели. И все? Теперь надо вернуться. И необходимо взять кровь у Пенни. Я с ним не закончил. Так, Пенни, стой. Мы его вылечим сейчас. Вот, кровь животного нужна. Кровь животного. Она у нас есть. Отлично. Теперь бы понять, какое животное у нас. В плане не какое животное, а какую болезнь он имитирует. Вот смотри, он бегает, орет. Потому что у него там вот это... У него грипп, да, точно. Сали орет такой, ой, грипп, у меня весь грипп. Пенни. Он тоже будет орать. Пенни орет, а вот Эми вообще так не понимает, что они психуют, все вроде нормально. Хорошо, Пенни имитирует грипп. Сейчас мы его вылечим. Мы уничтожим паразита полностью. Надеюсь, хорошо, надеюсь, я не запутался и не тупанул. Имитирующего грипп. Гиперреспонсис токсина. Создаем. Блин, надеюсь, получится. Ну давай. А чё ты не заряжаешь, урод? Вот, использовать гиперреспонсис. Я надеюсь, ему одной инъекции достаточно будет. Пожалуйста, не психуй, хорошо?
Пенни. Так, пусть вернется. Этого было недостаточно? Три инъекции. Нужно три было крови взять, Евгений. Ну а как я мог это знать? Я думал, одной инъекции будет достаточно. Вот что теперь делать? Сейчас, надо успокоить его. Надо его, блин, задобрить. Чем бы его задобрить? Транквилизатором, что ли? Транквилизатор давайте возьмем. Не психуй. Стой! Он убил Эми, да? Нет, он просто пытался убить. А-а-а. И не достать. Срочно надо сделать еду, успокоить его, взять еще две крови, да, вот как надо делать. Ну, Валаби инфицированный, могу тебе сделать? Да. Надеюсь, тот сумасшедший Валаби не убьет остальных. Ой, задание провалено. Спасти Эми. Эми все-таки дожрали. Черт. Так. Вкусно. Не жри больше никого, пожалуйста. Иди, успокойся. Так, где этот упырь? Вон он. Он спит, он запыхался. Хорошо, мне бы от гриппа вылечить этих двоих хотя бы. Стоп. Экспериментальное вещество для устранения паразита, имитирующего грипп. Две. Что? Я не это делал. А. Он три инъекции мне сразу сделал. Игра, ты меня так путаешь сейчас. Хорошо, это я просто сейчас буду грипп лечить. И у меня еще две ампулы целые есть. Так, Салли. Да елки зеленые, ну что я за урод такой косой? Хорошо, я убил. Подожди, а что я вставил-то? Это я просто сейчас буду грипп лечить. Чем я выстрелил в нее? Я не знаю. Чем я... Простите. Хорошо, здесь у меня точно от него, да, от паразита. Хотя бы тебя вылечу. Ну? Есть! Тихо. Что это? Что это за... Он стал невидимым. Я победил. Ура, он стал пенни. Сблюй паразита. Вот он, дохлый. Которого я не могу взять никак, да? К сожалению. Да, обидно. Док, мясо на месте, займись его подготовкой. Хорошо. Стоп, а он считает, что Уолли в порядке? По-моему, он не в порядке, я его не вылечил. Опа, все нормально. Ну ладно, ребят, пока. Я не могу сказать, что удачно прошла операция. Да, я вылечил паразита, но убил... Извините, мне тут звонок важный. Ночной смотритель Пол Коннелли. Пол, это миссис Саммерс. Вам удалось что-нибудь выяснить? Мисс Саммерс, мне неприятно об этом говорить, но похоже, с вашим мужем и впрямь произошло нечто страшное. Вот и новенькое что-то. Я нашел его руку. Только его руку. О, боже мой! Мисс Саммерс. Миссис Саммерс, вы со мной? Я понимаю, вы сейчас в шоке, но прошу, позвоните в полицию. Скажите, что я и журналистка Сара Уоткинс заперты в старом зоопарке. Сара Уоткинс? Серьезно? Си-Джей снова встречался с ней? С этой шлюхой? Ну, теперь не все понятно. Передайте ей, что на сей раз такие идиотские розыгрыши со мной не пройдут. Надо же найти руку Си-Джея. Пусть этот ублюдок как попробует вернуться домой. Ему не рук, ему хрен отрежу. Ну да. Неожиданный поворот. Мы никогда не разоблачим этот чертов зоопарк. Да елки зеленые. Все, возвращаемся обратно в хаб. Я уже не знаю.
Я хотел отпраздновать победу, что, мол, я победил паразита. Я его победил, да, но ценой тупости, ценой позора и смерти животного. Ладно бы еще животные, которых паразит сожрал, а тут я самолично угробил. Ну просто запаниковал, понимаете, запаниковал. Не посмотрел, что написано на транквилизаторе было. Не на транквилизаторе, а на чем там? На дротике-то. Жесть, хреново выглядишь. Пошла. Почему ты не сказала, что спала с СиДжеем? Это он твой источник. Откуда ты знаешь? Отвечай. Ну, типа, да, я спала с ним. Он пообещал инфу про паразитов, а вместо нее я получил мешок на голову и шприц транквилизатора. А если я скажу, что нашел дискету в его шкафчике, тебе будет легче подобрать пароль? А, раньше сказать ты не мог? Смотрите, у нас меняется все. История по-другому раскрывается. Пол, надо торопиться. Тебя вот-вот парализуют, а следом ты мутируешь. Но мы еще можем тебя спасти. Сейчас я скину рецепт яда на твои КПК. Пол, прошу тебя, на это нет времени. Мы можем либо ответить... Не давайте излечимся. СиДжей придумал рецепт яда, который поможет подействовать на мамку. Она связана со всеми паразитами. Убьем ее, убьем и их. Сдохнут даже те, что уже паразитируют в живых организмах. Окей. Я выяснил, что кровь самки паразита – ключевой ингредиент. Ее феромоны нарушают регенерацию твари и лишают ее защиты. Эти соединения – суть ее гибели. Остальные компоненты формулы – лишь катализаторы. Без крови самки они не работают. Хорошо, самку-то где взять? Откройте хранилище паразитов. Получить кровь паразита. Приготовить яд. Отдать яд Саре. Хорошо, гоу. Странно звучит яд, а не антидот. Кстати, там новый челлендж, да, должен был прийти. Давайте посмотрим, кто в этот раз хоть. Связанный. Неприятно. Неприятно, неприятно, конечно, да. Мы можем открыть, да, хранилище в матке? А как мне открыть хранилище матки? Я не понимаю. А ты-то у нас... Иди. Я не знаю, как открыть хранилище матки. Хочу сейчас попробовать еще один вольер посетить. Рандомный, любой. Обезврежу паразита и засосу его говнонасосом. Но мне нужно мясо. Вот мясо у нас есть. Я думаю, отправимся к пингвинам. Они самые медленные. Слышал? Чё за крик? Чё за крик был? Мне не понравился этот дикий вопль. Ладно, давайте нарезать. Инфицированный пингвин, где он? Рыба нужна. Я забыл про рыбу. Едем к жирафам. Так, нарезаем. Инфицированный жираф. Он хочет много мяса. Давайте готовить. Все равно допустимо. Ну, погнали. На дверь уже выбито вольер. Давно. Кстати. А, тут дохлый жираф и лежит. Погоди, стоп. Я, может быть, и не должен сейчас ничего делать, а просто возьму и соберу этого паразита наконец-таки. Где он? Да, это работает. Как я мог догадаться, что паразита нужно говнососом забирать? Стой. Там жирафик-то один есть. И двое даже. Они вообще в порядке? Да, они счастливы. Все такие зелененькие. То есть я сейчас забрал паразита. Очень любопытно. Ну-ка. Это, может быть, нужно и квала обезгонять. И там паразита забрать тоже. Попробую сдать. Я ни разу не сдавал паразитов. И что мне дало это? Дверь открылась и... Хранилище паразитов. А-а-а! Вот мы выполнили задание. Вот что за хранилище паразитов. А я про ту дверь огромную думал. Итак. Что я должен обнаружить паразиты и выдать его, чтобы создать яд? Стоп. Секунду. Откройте получить кровь паразита. Приготовить яд, отдать яд Саре. Значит... Еще разок. Нам нужен один всего информация. Паразитический вид с уникальной способностью самок оплодотворяться несколькими самцами. Самцы не конкурируют между собой, а проявляют внимание к самкам.
Эта стратегия размножения обеспечивает высокую эффективность и адаптивность в различных условиях среды обитания. Данный вид паразитов выделяется своей особой адаптивностью и стратегией размножения. Самки играют активную роль в поиске самцов, исследуя окружающую среду в поисках подходящего партнера. Самцы, в свою очередь, предпочитают оставаться пассивными и не проявляют активности по отношению к самкам. Уникальный вид паразитов, где самцы проявляют высокую агрессию и не терпят конкуренции друг с другом. Они активно сражаются за право на партнерство, используя насилие до тех пор, пока не останется только один выживший. Самка этого вида ожидает, пока закончится отбор. Вот тут разные три вида паразитов. Хорошо. Типа, что я должен обнаружить? Мне нужно, получается, еще три собрать. Все, я понял. Свою миссию, я понял задачу. Наконец-таки я понял ее. Значит, сейчас пробежимся быстренько по всем вольерам и все сделаем. Валаби. А я что-то там мясо нарезаю, стою, вообще не тем занимаюсь. Говнонасос есть. В целом, паразит это тоже говна кусок. Поэтому все логично, я должен был догадаться. Так, здрасте, здесь что-нибудь есть? Что это? Опа. Хорошо. Как я мог это пропустить? Или оно просто спаунится? Оно спаунится, возможно. Где? Где-то паразит валялся здесь. Вот он. Дергался! Фух, я успел его подобрать. Он мог убежать. Это обидно, да, что там один чел остался. Кстати, кто это? Воля остался. Он теперь немножко такой обдумывает. Блин, ну я и намутил, пока был паразитом. Просто перебил всех. Да-да-да, я не убивал ни одного в Алабе. Это все ты, Воля, все ты. Пенни, наш враг... Пенни. Все он. А теперь мы отомстим всем паразитам за то, что они убили всех в Алабе, кроме Воли. Так, 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 складывай. Следующее. Гориллам-то уже не попасть. Но я сейчас заберу у зебры и пингвинов. Там все паразиты на месте должны быть. Задание обновлено. Чё? Проверить вольер пингвина. Проверить? Стоп, а я что, не проверял вольер пингвинов? Секунду, обратно. Я сейчас пойду посмотрю. Вольер пингвинов. Он что, не выбит? Он вообще на нуле. Значит, его нужно проверить. Стоп. Я ж тут не был, получается. Сейчас мы заберем отсюда все. Потом поедем в хранилище. Нужно будет... О, дофига, дофига. Отлично. И даже, смотрите, есть КПК. Загружаем и смотрим. Новое. Майк Майерсон. Что-то кишит под кожей на моих руках. Мне очень хреново. Черт, Марта. Прости меня, но мне кажется, я отсюда уже не выберусь. А, окей. Все, я сейчас быстренько вернусь в хаб. А, нам нужно за рыбу сгонять обязательно, поэтому сейчас я... 2 секунды, и я вернусь обратно к пингвинам. Инфицированный пингвин хочет... А, уже в ведре есть еда, надо удалить. Да, удалить нафиг. Теперь, 1 килограмм мяса, 1,5 килограмм рыбы. 1,5 килограмм, это вот столько? Охренеть, отклонение. Ладно, теперь мясо килограмм всего лишь нарезать. И ничего, ничего, ничего. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну да, наверное, вот это будет норм. И отклонений никаких не будет. 30 из 30, шикарно, шикарно, шикарно. Принять. Эта еда им пригодится, им понравится. Теперь давайте сделаем для нормального. Для нормального пингвина. Я не могу готовить, потому что у меня только для инфицированных. Все, еда сделана для злого пингвина, который зараженный, который паразит, который негодяй, убийца. Слышите их? Только как его сагрить? Открыть вольер. Значит, сначала мы... Что у нас по заданию? Проверить, значит, собрать, измерить температуру, измерить звук. Давайте мерить звук. И сразу давать температуру будем мерить, чё ж там. Вот. Что-то мне не нравится, как они себя ведут. 38. Хорошо. Сразу пачку. У всех, в принципе, более-менее нормальная температура. Я вот еще не измерил, по-моему... По-моему, тебя, Луна, я не измерил.
Пингвины все время... Они звучат так, как будто они хотят чихнуть. И застряли просто в этом состоянии. Ужасно. Я представляю, как это плохо. Давайте. Звук. Какие-то циферки. Дейзи, что там у тебя? Все кажется нормально. У всех нормально. Ни у кого нет плохой температуры, ни у кого нет плохого крика. Тем не менее, вы стрёмно себя ведете как-то. Ты читаешь плакат? Это точно паразит, слишком разумный. И последняя кровь собрана. Кровь сдаем на анализ. Ага, получилась какая-то синяя жижа. Все, пора сканировать пингвинов. Че у нас? Кровь не в порядке у Дейзи и у Коко. О боже мой. Удивительно, но все остальные параметры нормальные. То есть, если будет еще и говно плохо, то все равно какого-то параметра не хватает. Хорошо, пока мы не можем точно знать, какое у нас там заболевание, и вообще, кто из них является носителем паразита. Я просто надеюсь, сейчас будет бабах. Нет, бабаха нету. Да что же получается, мне придется сейчас идти выбрасывать еду для паразита и кормить нормально. Ладно, удалим еду, у меня все равно еще есть припасы. Вот пингвин, вот рыбы, вот две нужно готовить. Где-то вот столько. И надо Евгению тоже еду нарезать. Шоколадку. Все, принять. Я принимаю. Пингвинчики, кормиться. И как следует высраться всем нужно будет. Потому что дядя Женя ждет. Радуйтесь, радуйтесь. Ликуйте. Да где мое говно собирающее, вот, ну. И помните, дети. Кто блеванет, тот паразит. Такое правило у нас. Кто не ест, тот тоже паразит. Чё-то Кока психует. Бунтуешь, Кока? Ты паразит, да? Скажи мне. Мне кажется, он паразит. А, погодите. Подозреваем Коко. Да, сразу возьмем сейчас у Коко. Не, он стал жрать на самом деле. Кто звук издал? Что это за звук? Перестань этот звук издавать, мерзкий. Значит, Коко. Возьмем у тебя кровь. А, он посрал, кстати говоря. Чё-то они все пошли. Ладно, давайте возьмем у всех кровь пока. Не, Коко точно не может быть паразитом, потому что у него симптомы есть. Это здоровое животное должно имитировать... нездоровые. Мне кажется, мы можем даже прямо сейчас сразу это заметить. Всех их разбудили, всех кровь собрали. Кока с симптомами болезни, значит, он не зараженный. А вот Мисси с другой стороны... Хотя нет, он нормально себя ведет. Рокки, возможно, негодяй. Точняк, Рокки является паразитом. Я вычислил тебя, Рокки. Сейчас соберем ваше дерьмище. Сразу три в ряд выложили. Я люблю, когда все по полочкам разложено аккуратно. Когда рабочее пространство организовано. Я больше чем уверен, что наш клиент это Рокки. Поэтому сдаем все дерьмо. Оу, и у Кока, и у Дейзи также с говном проблемы. Итак, язвенный колит. Вот, я понял, в чем проблема у этих ребят. Язвенный колит. И что это за язвенный колит? Это воспаление толстой и прямой кишки, сопровождающиеся болями в животе, диареей и кровотечением. Нам нужен гастрогард. Значит, создаем. И давайте посмотрим, там написано 3. То есть он что, создает сразу 3 дротика? Надо посмотреть. 1. Я ничего не понимаю, как работает эта штука. Ладно, давай сделаем еще один. И теперь тварь, которая имитирует язвенный колит. Вот. Гемоваракс токсика. Создает сразу 3. Все. Именно противоядие, противопаразитное лекарство сразу в количестве 3 экземпляров создается. Давай. Еще как у вас много здесь шприцов. Окей. Стой. Надо же мясо нарезать ему. А че я без тележки-то припер? Нет. Черт. А чё я парюсь? А мне нафиг не надо его кормить-то. Надо его просто сейчас вылечить, и все. Где мое ружье?
Заряжай. А чем я заряжаю-то его? Летальной инъекцией. Вот, гемоваркс токсика. Ты где там, пингвин? Ага. Хорош. Использовать. Ой-ой-ой, не побежит сейчас на меня? А что, я стою на месте, блин? Что происходит? Он меня схватил! Я летаю! Нет, только не в воду! Пожалуйста, тут холодно. Слышь, отпусти меня, бэч. Как все это долго, все эти анимации. Так, есть. Не трогай пингвина! Пингвина не трогай! Убегаем в безопасную зону быстрее! Ой, он бежит за мной! Ага. Так, последний. Он летает. Есть! Вылечили! Оу. Просто встал. Крушение пингвина. Не ори, чувак. Лучше поблюй. О, выблевал, молодец. Ух. Так, теперь берем говнозабор. И возьмем этого паразита. Есть! Так, приятно было засосать эту тварь. И теперь язвенный колит нужно вылечить. Где все предметы? Вот, гастрогард. Я, кстати, был прав, что это Рокки у нас паразит. Все, научился их определять. Это супер легко. Так, не промахнуться. Вылечил. И пока Дейзи не смотрит, сейчас мы ее... Опа, есть! Все пингвины живы, все пингвины здоровы. Как же я, блин, рад, как же я рад. Даже кормить не пришлось этого паразита. А, нет. Живи только, живи, мужик, надо успеть. Ой, я все уродливее и уродливее. Сдаю паразита. Итого у нас 3. Осталось последнего забрать из хвальера в Алабе. Ага, смотрите, пытается выбраться. Хреново лысого. И вот он, в Алабе вольер. Старт. А, нет, не в Алабе, вольер. Я-то тут забрал уже. Вольер зебр, скорее всего. Где-то здесь лежит этот паразит. Я про тебя, сплоч. Вот он. Прям в паху располагается, в утробе фактически. Наконец-то я чувствую прогресс в игре, что я начинаю ее понимать. По-настоящему понимать, как действовать. Ох, все, 4 паразита есть. Теперь я нажимаю. Стоп. Я мог не собирать их всех? Я мог их всех не собирать. Черт! Получи, приготовить яд, отдать яд царе. Я мог не собирать их всех, мог бы забить на этих пингвинов чертовых. Ладно, яд для мамки. Вот он. Создаем. Окей, задание это тоже выполнено. Осталось теперь отдать яд царе и поехать. Я мог закончить игру гораздо раньше. Ну вот теперь у меня ощущение, что я действительно понимаю, как играть в эту игру. Когда игра уже закончилась почти. Да, я такой игрок. Вы что, не знали? Вы меня 10 лет смотрите. Я понимаю игру только когда ее прошел. Только когда выложил видос и такой, ну да. Вот так надо делать было. Че, пойдемте Сару обрадуем, что наконец-таки. Ты не заждалась? Она уже уснула, наверное, здесь. Сара, как тебе яд отдать? Отдать яд Саре. Ты Сара. Вещи. А где яд-то сам? У меня его нет. Погоди, у нас какая-то проблема, кажется. Я не сделал яд. А, вот он яд. Извините. Но вот теперь-то я понял, как играть надо. Сара, вот яд. Яд готов. Что дальше? Вот инъектор. Но боюсь, у нас проблема. Допуск к биометрическому замку от вольера мамки есть только у Дока, и... Мамка должна принять яд с пищи, но пища должна быть живой. Вколоть яд Саре, вколоть яд себе. Блин.
Давайте себе в Колем, мы выглядим гораздо хуже, чем она. Я уверен, это должен быть еще какой-то выход. Идем к Валиру мамки. А, я думал, я в себя воткну. Пол, тебя вот-вот парализует. Думаю, я уже не смогу вколоть себе яд. Это сделаешь ты. Нет, я сделаю лучше. Я пролью свет на это дерьмо. Осталось только дождаться Дока. Это Док! Быстрее, вколи мне яд, Сара! Он не вколол мне яд! Док, он же видит нас. Он сейчас войдет. Хана ему, надеюсь. О, кстати, нас показывают. Мы видим себя в кадре. Что мы делаем? Мамка, девочка моя, обедать какого... Это тебе за Си-Джея! А, нифига, какая страшная... А, нет, они все... Она всех забрала! Пол спас Сару и помог ей в расследовании, но проигнорировал свою жену Лили. Обеспокоена судьбой мужа, она обратилась в полицию, где с ней разобрались люди Дока. Лили мертва. План Сары сработал. Ей удалось вколоть яд Доку, но яд оказался неверным и не подействовал на мамку. Сожрав Дока и тело Лили, мамка не умерла. Ее щупальца добрались до Сары и Пола. Легенды о монстре, обитающем в канализации Пайн-Вэлли, до сих пор пугают местных жителей. А теперь нам доступна новая игра Плюс-Плюс. И если вы хотите, чтобы я загамбл и в эту новую игру, то накидайте лайков, пожалуйста, этому видосу. Поставьте много лайков, прям чтобы я увидел, да, мы делаем еще один видос. И также пишите комменты, что вы думаете по поводу моей игры. Мне кажется, забавно получилось. И если вам нравятся подобные видосы и вообще все мои видосы, я сам, то подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, заходите во все мои соцсети, они будут в описании. Спасибо всем. С вами был Юджин, и всем 5!